Ловушки не сработали. В Сурском районе Ульяновской области опять появились полчища черной мошки. В день защиты детей в телеграм-каналах выложили видео с роящимися насекомыми. Они облепили москитную сетку на окне. В лаборатории и в региональном управлении Роспотребнадзора подтвердили видовую принадлежность личинок черной мошки. По словам местных жителей, в этот раз насекомых чуть меньше, однако нашествие кусачего гнуса очевидно. Ну вот на данный момент, смотрите, она эта мошка есть, вот даже вот на себе вот можете увидеть. Но в том году, вот я даже специальный костюм одевал, вот больше 5 минут я не мог находиться на улице. Она залазила везде, даже через костюм. Специалисты Симбирского референтного центра ветеринарии и безопасности продовольствия выехали на место. Напомним, в прошлом году в селе Никитино Сурского района и в других селах падал скот. Мошка сгрызла животных. Той весной в опасных населенных пунктах сотрудники ветслужбы насекомых морили и ставили специальные ивовые ловушки. В этом году процедуру повторили, но рецидива избежать не удалось. На берегах местных рек обнаружили личинки. Виктория Чиркова, Улправда ТВ.